Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовим бараньи голяшки в духовке. Начнем. Для этого нам сегодня понадобится. Сами бараньи голяшки, у нас сегодня 4 штучки такие вот. Вообще будем использовать картофель, морковь, лук, чеснок. И специи нам понадобится зира молотая, молотый черный перец, соль. Ну и там растительное масло добавим. Начнем. Немножко почистим наши голяшки. Срежем лишний жир. Пленочки мы сами все не снимем. Чтобы лучше промариновалось, проткнем вилочкой. Переложим в отдельную миску и натрем специями. Так. Соль. Черный молотый перец. Зира молотая. И то же самое сделаем с другой стороны. Дадим немножко полежать полчасика, займемся овощами. Порежем овощи. Картофель на 4 части, вот такие четвертинки. Морковь крупным кубиком. Главное, не мельчите. Добавляем к картофелю. Добавляем немного растительного масла. Соль. Перец. И все перемешаем. Так. Также добавляем сюда лук. У нас такой вот маленький, репчатый. Чеснок. И перекладываем голяшки поверх овощей. Вот так вот. И накрываем фольгой. Вот мы обернули фольгой и отправляем в разогретую духовку при 180 градусов пока на 1,5 часа. Что, ребят, готово? О, вот такая у нас получилась красота. Держались 1:40. Видно, что мясо отошло от кости. Пришло время пробовать бараньи голяшки. О, кусочек картошечки с овощами. Конечно, полностью готово все. Бульончиком еще.
Так вот. Мягко, вкусно. Немножко, наверное, подсушил, может быть, чуть пораньше снять. В целом, очень вкусно. Картошка пропиталась всем этим ароматом, бульоном. Просто супер. Советую приготовить так же, только по времени немножко можно поменьше. Если понравилось наше видео, ставим лайк. Не забываем подписываться на наш канал. Всем спасибо, что смотрите наши видео. До новых встреч!